это вот кушает уже василек такой у меня. Трельнявки немножко. Первая линька закончилась уже почти у него. Он такой ярко-головый уже стал. На крылышках сверху, на спинке там, у него уже желтенькие пятнышки пошли. Вот он какой. Так, кто там у нас кушает? Кто у нас там сейчас кушает? Это Тим и Маргушка. Маргушка тоже поерчала. У меня тоже головушка такая уже стала солнечная. И у Тима тоже. Тут первая линька у них закончилась почти. Но она как-то все равно она не заканчивается. Она плавно перетекает во вторую линьку. Я заметила, что вот у них все равно идет какая-то потеря пера. Пусть и минимальная, но все равно она идет. И цвет все равно он меняется. Даже вот с трех, где-то до шести месяцев у них это постепенный процесс преображения. Постепенно у них меняется яркость оперения, насыщенность вот это. Вот и все остальные подтягиваются. Марсель тут сидит. Марселёныш, где ты там? Да я тебя поймаю. Вот он. Вот Марселёныш мой. Тоже ярчает. У него на спинке уже тоже желтые пятнышки пошли. Интересно, какой он будет, я даже не представляю. Но сразу видно, что он будет достаточно ярким таким мальчонкой. Где там кто? Он Тим? Василёк. А, это вот Лигия. Ногу по... Вот она, Лигия. А Лигия, она постепенно, она так не очень сильно. У нее не сильно на спинке желтая проявляется. Ну, так вот. Потихонечку она менее, видимо, подвержена этой желтизне. Может быть, как мама. Поэтому так. Это Лимончик, он временно здесь в гостях. Тим то за Лигией ухаживает, то за Маргошкой. Не поймешь его, в общем. Он кормит Лигию. Она не против. Правда, он еще пристает к ней немного. Уже пытается приставать. Но она это не любит. Тут они пока не договорятся. В общем, такой шурум-бурум тут, конечно, просто... Лимончик тоже немножко хочет поучаствовать, но боится. Она ему пока отказывается. Тут не поймаешь вообще никого. Лимончик сидит, качает. Отдыхает. Наблюдает со стороны, так сказать. За всей этой кавалькадой. Так, что там еще интересно? Ну, все кушают, в общем, остальные. Остальные кушают. Эти вот разбираются в отношениях. Крошка. Маргушка уже не такая вредная, как раньше.
У нее характер немножко стабилизировался. Перестала она так клеваться со всеми тут. Лимончик зовет свою подругу. Где подруга? Что-то тебя не видно. Василек, Василек. Маргушка. А чем везде? Пострел везде поспел, называется. И за Маргушкой ухаживает, и за Лидией. С одной стороны Лидии поет песни, а с другой стороны за Маргушкой ухлестывает. В общем, кто попадется, да, называется, на удочку. Василек. Ой, как много у меня попугаев. Конечно, уже просто. Я даже не знаю, но с кем-то, наверное, придется все-таки расстаться со временем. Сейчас вот я посмотрю, как они перелиняют, как они будут выглядеть вкусненькие. И потом приму решение. Мальчиков у меня на одного больше получается. Девочек. Хотела две пары оставить, а получилось две пары и мальчик еще один лишний, как бы. Но всех уже люблю, так что прям расстаться, конечно, будет трудно. Уже ко всем привыкла, к попугайчикам, к моим. Я теперь за Маргошкой ухаживаю. А, это же у нас Марсель. Марсель. Это Марсель. А вот там наверху у нас идет подкормка подрастающего поколения. Это Василиса и Рони, они выкармливают сейчас птенчиков своих. Вот он, Рони. Василиса. Побаивается. Она вообще такая стала защитница. Даже лишний раз тревожить ее как-то это не хочется, потому что она очень уж сильно за своих птенцов переживает. Я поэтому и даже не фотографирую пока. Она очень трепетно относится. Ладно, пусть кушу там. Ну вот, что там, Василёва. У нас перекус. Как раз на перекус попали. Там лимончик трескает. Он всегда уступает всем. Никогда не конфликтует. Маленький мой хороший мальчик. Марсель чирикает. Как трудно их поймать на видео.
вообще. Начали вам погрызите пайзы немножко. Они даже садятся на руку и дерутся. Маргоша. Первая всегда. Сейчас уже никто, наверное, не пойдет уже на руку. Раз она первая, она никому не даст приземлиться. Кто бы ни пытался, ни у кого это не выйдет. Лиги пытается, но у нее не получится, скорее всего. Тут и лимончик тоже пристроился. Хвост. Молодые люди. Две девушки. Такие, в общем, дела у нас.